В Ненецком округе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов. Сотрудники регионального центра природопользования совместно с инспекторами отдела рыбоохраны проверяют северные реки. Накануне оперативная группа побывала на Северном Тимане. Репортаж Алины Ваучейской. Винтокрылая машина берет курс на Северный Тиман. На этой особо охраняемой природной территории находится множество рек, богатых рыбой. А следовательно, и браконьеры здесь появляются с завидной регулярностью. Вертолет приземляется рядом с Волангой, извилистой рекой, на которой инспекторы обнаружили лагерь. Проверяющих встречают трое туристов. В ходе проверки документов выясняется, отдыхающие на особо охраняемой природной территории находятся законно. Разрешение на посещение заказника имеется, причем туристы – частые гости этих мест. Каждую осень специально приезжают в Ненецкий округ из Кирова, сплавляются по местным рекам. Такая прелесть, что я говорю, медведь нас подпустил, так ужас это. Близко подходил? Близко, ну, он реку перешел и встал, мы к нему подъехали. Ребята, он не вовремя увидел, побежал. А так что-то кормился и хорошо так. Красота. Лебедей, конечно, все посмотрели. Гуси летят, лебеди, красавцы. Осмотрев окрестности, группа проверяющих разделяется. Сотрудники Центра природопользования и рыбинспекции на лодке отправляются вниз по реке. Проверять, нет ли здесь нарушителей. Места и впрямь красивые, а вода настолько прозрачная, что можно увидеть обитателей реки – кумжу, семгу, хариуса и горбушу. Вторая часть группы на вертолете добирается в устье Воланги. Рядом с одноименным поселком инспекторы обнаруживают ставные сети. В этом районе нет рыбопромысловых участков, а значит, вылов водных биологических ресурсов запрещен. На протяжении уже нескольких лет я работаю в казенном учреждении, неоднократно приезжаем в данную реку. И да, действительно, ежегодно здесь устанавливаются сети незаконные. Здесь в настоящий момент нет рыбопромысловых участков. Всего в ходе рейда сотрудниками Центра природопользования и охраны окружающей среды совместно с инспекторами отдела рыбоохраны было изъято 750 метров сетей. В настоящий момент орудия лова переданы в правоохранительные органы. Проводится проверка. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», особо охраняемая природная территория Северный Тиман, Ненецкий округ.